Женщины достойны всех наград. Благодаря женщинам все обретает смысл. Так и в императорском зале Казанского университета для прекрасной половины человечества устроили праздник и наградили победителей конкурса «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд». Поздравил милых дам и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности. Во-первых, за то, что вы есть. За то, что вы своим теплом, своими улыбками способствуете достижению или стремлению чего-то сделать. Главным событием торжественного вечера было поздравление победителей. В числе первых с победой поздравили лучших в номинациях «Культура и духовность», а также «Женщина-ученый». Победительницей в первой номинации была названа доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования Лира Артищева. Победительницами второй номинации стали профессор кафедры международного и европейского права юридического факультета КФУ Гульнара Шайхутдинова, доцент кафедры органической химии Химического института имени Бутлерова Людмила Якимова. Далее были оглашены имена победительниц в номинации «Женщина-мать». Лучшими были признаны две представительницы Казанского университета. Доцент кафедры общей философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Резида Нигматуллина, а также доцент кафедры конституционного и административного права юрфака Лейсан Физрахманова. Я очень счастлива, поскольку эта награда от родного университета. И впервые перешагнув этот храм науки, я была влюблена. Любила сразу. Также наградили лучшего в номинации «Общественный деятель». Им стала старший преподаватель кафедры управления качеством инженерного института Эльвира Хуснудинова. Первое место в номинации «Профессионал в своем деле» разделили доцент кафедры русского языка предбакалаврской подготовки подготовительного факультета для иностранных учащихся Анастасия Федотова, заведующий сектором бюджетной и внебюджетной деятельности Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты Ольга Надырова, а также начальник отдела парасилового хозяйства службы главного инженера Гузелья Шпякина и доцент кафедры неорганической химии Химического института Юлия Журавлева. Женщина года – это моя первая награда. Ощущение, какой-то благодарности. Я работаю вообще в университете с 2001 года. До этого здесь закончила аспирантуру. Вообще благодарна, конечно, вообще и организаторам, и за концерт такой замечательный. Наградили, я очень рада. Специалист первой категории Департамента по молодежной политике КФУ Наталья Чешева была номинирована как лучшая женщина-лидер. Лучшим в номинации «Мужчина благородное сердце» объявили заведующего сектором учета договорных обязательств Департамента бюджетирования Мирослава Федотова. Он также поздравил женщин с праздником. Желаю вам огромной любви, чтобы всегда вас сопровождало мужское плечо, чтобы всегда был сильный человек рядом, и чтобы вас всегда поддерживали, любили, уважали, и чтобы всегда вы были окружены заботой. Мужчиной-лидером был признан проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Вечер сопровождался оркестром Центра современной музыки Софии Кубайдулиной под руководством заслуженной артистки Республики Татарстан Анны Гульшамбаровой, Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.